В Новосибирске завершилась лаборатория инклюзивного театра. Несколько недель профессиональные режиссеры и актеры вместе с артистами, имеющими инвалидность, создавали эскизы будущих спектаклей. Среди нас есть непрофессиональные актеры, и мы хотим, чтобы это стало не слабостью, а силой нашего театра. То есть это люди, которые каким-то уникальным опытом владеют, и чтобы они стали, мы ищем такой театр, где это будет силой. Артисты инклюзивного театра раскрывают такой материал, как «Сказки Козлова». Истории про ежика и медвежонка наивны, но обладают глубокой философией. Во время лаборатории в наброски спектакля превращались русская фантастика, восточные притчи и дневниковые записи. Артисты и режиссеры работали с начала октября и в течение 2 дней дали 5 представлений. Премьеры прошли на сцене лаборатории современного искусства. Теперь кураторам предстоит выбрать 2 эскиза, которые можно превратить в спектакли, интересные любому зрителю. У меня ощущение, что эти сказки, они написаны для таких ребят, для наших именно. Вот, они такие нежные, открытые. Ну, в общем, вот как душа наших студийцев, вот такие эти сказки и есть. И я убеждена в этом, что они очень подходит этот материал. И ребята очень легко в него вливаются на самом деле. Меня это очень радует.